Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную вязаную крючком косметичку. Если вы свяжете ее в другом цвете и из более плотной пряжи, то, соответственно, она будет у вас выглядеть как клатч. Я вязала ее для самых обычных подручных женских средств косметических. Вот такое плотное у меня получилось дно и внутренняя сторона, то есть не требует подклада. В принципе, можно сделать пуговичку, допустим, здесь повыше, соответственно, ее размер, как вы видите, гораздо увеличится и вместительность получится гораздо больше. Вот. Но мне почему-то захотелось именно снизу сделать вот такую застежечку. Вот, соответственно, меньшее количество, скажем, косметических средств самых подручных. В принципе, можно сделать вот такую косметичку в виде кошелечка. То есть, в принципе, благодаря тому, что достаточно плотные стеночки, то получится, что можно, в принципе, и для денежек. Вот, если сделать немножечко в уменьшенном виде, то, соответственно, это получится замечательный чехол для мобильного телефона. Опять же таки, с вот таким вот, скажем так, элементом застежки. Вот. В принципе, можно использовать у меня как брошку. Вот я вам сейчас показываю с брошечкой. Так можно сделать и самую обычную пуговичку. При этом у вас облегчится, скажем так, момент застегивания. То есть мне не очень удобно, как оказалось, с брошечкой. Вот, я сюда, пожалуй, возможно, сделаю пуговичку в дальнейшем. Вот, но как для подарка получилось достаточно нарядно, красиво и аккуратно. Вот, конечно же, кому понравилось, давайте свяжем с вами вместе. На данный клатчик у меня всего лишь ушло где-то полмоточка. Вот, поэтому, в принципе, достаточно мало по времени, достаточно мало по затрате материалом получается. И замечательный подарочек готов. И кому понравилось, не забудьте лайкнуть, кто еще не подписан, подписывайтесь. Мы начинаем вязать. Для вязания я буду использовать пряжу фирмы Ланоса серия Минти. Это чистый акрил, 315 метров, 100 граммов. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Достаточно долгое время у меня лежал этот один моточек, остался после вязания детского костюмчика. И вот, наконец-таки, пришел его час. Мы будем сегодня из него вязать. Далее крючком я буду вязать номер 3. А также нам понадобятся ножнички, сантиметр, либо канцелярская линеечка и различные украшения. Это, возможно, будет у вас какие-то бусинки, пуговички, стразики, пайеточки, брошечки. Вот я здесь предоставила вам, скажем так, на рассмотрение несколько вариантов брошек, застежечек. И, конечно же, это, возможно, какие-то бусинки, либо жемчужные, либо это, возможно, какие-то будут стразообразные бусинки. Возможно, это какие-то стразы Сваровски. Сейчас это очень актуально, особенно для, скажем, вязания женской косметички. Можно использовать, в принципе, любую пряжу. Это, возможно, хлопок, какой-то акрил. Возможно, это какие-то остатки пряжи. Но, конечно же, самую главную роль играет это украшение. Как, скажем так, чем красивее вы украсите, так и будет в итоге выглядеть ваше изделие. Возможно, вы захотите расписать бисером, какими-то мелкими бусинками. Но это вы уже посмотрите на свое усмотрение. Для начала мы свяжем с вами красивую основу, а затем вы будете украшать уже на свой вкус. Чаще всего в косметичке лежат крема, различные карандаши для подводки глаз, губ и, конечно же, пилочки. Вот они как раз-таки играют самую основную роль. Я хочу начать с плотного вязания для того, чтобы ничего не выпадало, даже если вы не будете делать подклад в данную косметичку. И, конечно же, размеры. То есть в среднем размеры того, чего я перечислила, это 20 сантиметров. То есть среднестатистические размеры косметички это 20 сантиметров. Я буду набирать изначальную цепочку немножечко короче, чем ширину желаемой косметички. Я наберу где-то порядка 19 сантиметров, даже если косметичка у меня получится в итоге 21 сантиметр, абсолютно ничего страшного. Можете набрать 18 сантиметров, то есть где-то порядка сантиметра полтора у нас добавится по ходу обвязывания дна нашей косметички. Итак, я делаю начальную петельку закрепительную и набираю произвольное количество петелек, воздушную цепочку
длиною где-то порядка 19 сантиметров. Теперь берем нашу цепочку и прикладываем к сантиметру. Первую петельку к нулю, далее последнюю, вот у меня на 19 сантиметре заканчивается. Цепочка набрана, и теперь откладываем в сторону наш сантиметр, он нам пока не нужен, и начинаем обвязывать первый ряд. Для начала делаем одну воздушную петлю подъема, и во вторую петельку от крючка, вот она, первая петля на крючке, вторая и третья. Вот в третью петельку я начинаю вязать столбики без накида. В одну петельку, во вторую петельку по столбику без накида, в третью петельку, в четвертую. И так продолжаю обвязывать столбиками без накида до самого-самого конца, пока у меня не закончатся петельки на воздушной цепочке. Цепочки из воздушных петелек. Вот так вот по одному столбику в каждую петельку. Вяжем достаточно плотненько первый ряд для того, чтобы не образовывались у нас дырочки. Довязав столбиками без накида до последней самой петельки, мы в петлю в последнюю будем делать поворот. То есть вяжем 3 столбика без накида в одну петлю. Как бы вяжем первый столбик без накида, как обычно, и довязываем еще 2 столбика в эту же петельку. 1, 2. То есть мы связали такой вот уголок поворот. И теперь переходим на обвязывание другой стороны, первого же, того же ряда, который вязали с этой стороны. То есть находим нашу первую петельку с этой стороны. Параллельно при обвязывании другой стороны я буду завязывать вот этот краешек ниточки, чтобы он мне не мешал в дальнейшем для работы. Вот находим первую петельку и вяжем в нее первый столбик без накида. Далее в следующую петельку вяжем второй столбик без накида, в следующую петельку третий столбик без накида. То есть обвязываем столбиками без накида как с той стороны, так с этой стороны. Каждую петельку вяжем по одному столбику без накида аж до самого-самого начала вязания первого ряда. То есть мы идем вот такими мелкими шажками столбиками без накида до аж вот этой петельки, в которую мы делали первый столбик без накида. Дообвязывав с другой стороны столбиками без накида, мы дошли до той первой петельки, в которую делали первый столбик без накида. Вот она у нас. И мы в нее довязываем еще 2 столбика без накида. То есть один столбик уже есть. И еще нам нужно в эту же петельку довязать 2 столбика без накида. Первый столбик и второй столбик. И теперь вот в эту первую петельку мы делаем соединительный столбик. То есть в последней петельке, как и с этой стороны, у нас получилось по 3 столбика без накида. Это и есть наши повороты закругления дна. Теперь для вязания следующего ряда я предлагаю вам взять маркер, либо просто кусочек ниточки контрастного цвета. И отметить вот так вот после этой петельки соединения, вот так вот, скажем, поставить в начало ряда. То есть я всегда перекидываю просто ниточку, и мне потом видно будет, где начало, конец ряда. Делаем одну воздушную петлю подъема, и в эту же петлю соединения мы делаем 2 столбика без накида. Первый столбик без накида, и сюда же в эту же петельку второй столбик без накида. Далее нам нужно вот в эту каждую петельку связать снова по столбику без накида, пока мы не дойдем до вот этих 3 столбиков без накида предыдущего ряда. То есть до вот этого уголочка, поворотика, нам нужно в каждую петельку снова связать по одному столбику без накида. Начиная со следующей петельки, просто вяжем по одному столбику. 1, 2, 3, 4 и так далее. Для удобства, чтобы не запутаться, можете изначальное количество столбиков без накида первого ряда просчитать с одной и с другой стороны, для того, чтобы знать, сколько провязывать столбиков. Но, честно говоря, это, скажем так, изделие не требует точного такого идеального подсчета. Главное, чтобы при вязании днища и боковых стенок нижней части у нас было вязание достаточно плотненькое, чтобы наши, скажем, наше содержимое сумочки не просто не высыпалось и не прорвало ее. Вот. А так, в принципе, пока вяжем просто вот так вот по столбику. Здесь, как вы помните, мы завязали краешек ниточки с другой стороны, поэтому вот этот краешек лишний можете уже отрезать. Дошли до нашего
последнего столбика с этой стороны, в котором у нас 3 столбика без накида в предыдущем ряду. Вот они наши 3 верхние петельки. 1, 2 и 3. Вот в каждую из этих петелек нам нужно сейчас связать по 2 столбика без накида, то есть сделать прибавление в каждую из петелечек. Итак, над первым столбиком вяжем первый столбик без накида, второй. Далее над центральной петелькой вяжем первый столбик без накида, сюда же второй. И над третьей петелькой вяжем первый столбик без накида и сюда же второй. И как вы видите, снова получился такой вот уголочек обвязанный, переход на другую сторону. С другой стороны мы, как и с первой стороны, делаем зеркальное отображение, то есть вяжем в каждую из петелек предыдущего ряда над столбиком предыдущего ряда по одному столбику без накида также. И начинаем вот с крайнего столбика, первый столбик в него делаем, в следующую петельку второй, в следующую третий, четвертый и так далее. То есть нам нужно довязать до следующего уголочка, там, где у нас было 3 столбика в начале вязания, в начале ряда, довязать просто по столбику без накида. Вот так идем столбиками, столбиками до вот этих вот 2 столбиков, довязанных в предыдущем ряду. Вот, то есть до 2 последних петелек предыдущего ряда. Довязали до 2 последних петелек, как вы видите, здесь у нас была прибавочка в предыдущем ряду. И теперь вяжем и в 2 петельки прибавление по 2 столбика без накида в каждую петельку. В первую петлю делаем 2 столбика и во вторую петлю делаем 2 столбика. И далее в первую петельку, отмеченную следующего ряда, мы делаем соединительный столбик. То есть петлю подъема пропускаем. Хотите, можете в нее делать всегда соединительный столбик, но я ее пропускаю и делаю первую петлю следующего ряда соединительный столбик. И у нас получается связан вот такой вот второй красивый ряд. Как вы видите, у нас такой вот вытянутый овал получается. Теперь снова я перед первой петелькой ставлю вот такую вот отметочку. Делаю первую воздушную петлю подъема. И в эту же петельку, сразу же в эту, где петлю основания сделали, делаем 2 столбика без накида. Первый столбик и сюда же второй столбик в одну петлю. Далее нам нужно довязать в каждую петельку по одному столбику до тех пор, пока не окажемся уже на уголочке на центральных 4 петельках. То есть делите ваше полностью вязание пополам. С одной стороны недовязанные 2 петельки и с другой стороны недовязанные 2 петельки. То есть вот эти центральные 4 петельки не трогаем. Все остальное вяжем просто по одному столбику без накида. Сделали прибавление в начале ряда и просто начинаем обвязывать наш третий ряд с одной стороны. Довязали столбиками до 4 петель поворота. И в каждую из 4 этих петелек вяжем по прибавлению, то есть по 2 столбика без накида. Первый столбик, второй столбик сюда же в первую петлю, далее первый столбик, второй столбик сюда же во вторую петлю. Первый столбик без накида, второй сюда же в третью петлю. И в последнюю четвертую петельку также вяжем прибавление, 2 столбика без накида. То есть над 4 столбиками у нас уже образовалось 8 столбиков без накида. Далее нам нужно вязать, продолжать просто в каждую петельку по столбику, то есть как мы вязали с одной стороны, точно так же вяжем и с другой стороны, до тех пор, пока у нас здесь до конца нашего ряда не останется 3 петельки, 1, 2 и 3. Все остальные петельки вяжем по столбику без накида. То есть мы сделали с вами из 4 прибавлений, вот этих с одной стороны, мы сделали только лишь одно прибавление в начале ряда. То есть нам нужно довязать еще 3 прибавления в 3, скажем так, вот эти последние петельки по 2 столбика без накида. Дошли до конца ряда и вот они наши 3 петельки. В каждую из петелек мы вяжем по 2 столбика без накида. В первую петельку, во вторую петельку 2 столбика без накида и в третью последнюю петельку этого ряда вяжем 2 столбика без накида. Первую петлю ряда делаем соединительную петлю, либо соединительный столбик. Все, вытаскиваем наш маркер, он нам пока не нужен. И мы с вами связали 3 ряда вот такими вот круговыми обвязывальными такими вот рядами. И у нас получилось дно.
Дно у меня получилось, как я и хотела, в 20, даже вот почти с половиной, вот 20 с половиной сантиметров. Мне этого более чем достаточно по ширине. И по ширине именно дна у меня получилось 2 с половиной сантиметра. Если вам этого дна мало по ширине, можете связать еще один ряд, делая прибавление на вот здесь вот наших поворотиках, на уголочках, для того, чтобы равномерно перейти на следующий, скажем так, ряд обвязывания. Вот. В принципе, здесь вы можете делать не так много уже прибавлений с каждым последующим рядом, а чередовать столбик прибавления, либо же сделать прибавление только лишь по краям, по центру делать просто столбики без накида в каждую петельку по столбику. Здесь вы уже смотрите, зависит от ширины, которую вы хотите. Я считаю, что этого более чем достаточно. И теперь я перехожу просто на круговое вязание столбиков без накида до нужной мне высоты нашей, скажем так, части косметички плотной, которая должна быть кверху. Ну, допустим, это, к примеру, 8 сантиметров. Возможно, кто-то захочет 10 сантиметров. Но учтите, что это у вас дно, и вы вяжете до желаемой высоты. Вот. Для того, чтобы не делать каждый раз петлю подъема и соединительный столбик в конце ряда, я с этого момента просто начинаю вязать в каждую петельку по столбику, и дойдя вот сюда, я буду вязать, просто продолжать столбиками без накида, то есть по спирали. Это я буду делать для того, чтобы мне не видно было, скажем так, перехода из ряда в ряд. Если вы будете каждый раз делать петлю подъема и соединительный столбик, у вас как бы здесь будет такая вот полосочка видимая. Я не хочу этого, мне этого не нужно. Поэтому я просто буду вязать по спирали. По желанию можете отметить начало вот этого ряда. И в дальнейшем вы будете знать, что с этой стороны у вас начало и конец ряда. То есть не отмечайте каждый ряд, а просто вяжите по спирали. Я вам сейчас покажу, что я имею в виду. То есть вы сделали сейчас соединительный столбик. Далее не делаете воздушную петлю подъема, а начиная со следующего столбика, то есть вот она, петля основания у вас здесь, начиная со следующего столбика, делать просто по столбику без накида сразу же. В следующем, провязав этот ряд, в следующем ряду вы будете делать под вот эту петельку первый столбик. И далее вот так вот по спирали, по кругу, как обычно делают игрушки амигуруми, вот вы будете вязать просто по столбику без накида. И постепенно у вас получится, что дно остается в центре, в середине, а, скажем так, высота набирается за счет вот этого спирального вязания просто столбиков без накида. По углам мы никаких уже при повороте вот здесь вот на следующую сторону зеркальную, мы ничего здесь не прибавляем, ничего не трогаем, просто в каждую петельку вяжем по столбику. И у нас будет немножечко вот так вот, не бойтесь, закругляться вязание и вывязываться высота. Здесь, я думаю, что ничего сложного нет. Поэтому продолжаем дальше просто вязать столбиками без накида по кругу с одной стороны, потом с другой стороны и так далее. Я связала нужную мне высоту, у меня получилось 11 сантиметров. Я решила, что это такая оптимальная, скажем так, ширина или высота. И из-за того, что мы вязали плотными столбиками без накида, получилось вот такое плотное наше вязание основка. И теперь нам нужно перейти на вязание ажурчиков, то есть для того, чтобы сделать как бы вот такую вот откидную часть. Я так и буду дальше продолжать вязать по кругу, но при этом я буду, скажем так, так и буду продолжать вязать высоту, но при этом эта часть у меня будет уже отворачиваться. То есть сейчас делим наше вязание вот так вот пополам, складываем и заходим за пределы вот этой половинки. То есть у меня получилось, что я довязала до конца ряда и связала еще следующего ряда 3 столбика без накида. То есть чтобы зайти где-то за 1,5 сантиметра от крайней точки изгиба нашего. Теперь делаю в четвертую петлю соединительный столбик. И далее начинаю вывязывать первый ряд. Первый ряд у нас на самом деле очень простой. Состоит наш узор всего лишь из чередования двух рядочков первого и второго, поэтому запоминайте сразу. Итак, сделала я соединительный столбик и теперь делаю 3 воздушные петли подъема.
Они нам заменят первый столбик с одним накидом. И мы переходим на вязание столбиками с накидом. Далее делаем одну промежуточную воздушную петлю еще. Накид и в петлю основания 4 воздушных петелек делаем один столбик с одним накидом. У нас получилась вот такая галочка. Столбик, воздушная петля и второй столбик сюда же в эту же петельку. Далее пропускаем снизу 2 петли и в третью петельку делаем столбик с одним накидом. Повторяем воздушная петля и столбик с одним накидом сюда же в эту же петельку. Далее снова снизу пропускаем 2 петли, в третью петельку делаем столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом сюда же в эту же петельку. Накид. Пропускаем снизу 2 петельки, в третью делаем столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. Таким образом мы с вами связали 4 вот такие вот галочки. Вот такими галочками я буду вязать до самого-самого конца ряда, то есть по кругу. Снизу пропуская 2 петельки или 2 столбика предыдущего ряда. И делать в каждую третью петлю столбик, воздушная петля, столбик. Сверху мы ничего не делаем, никаких воздушных петелек, ничего мы больше не делаем. Только лишь воздушная петля у нас идет между столбиками с накидом. Повторяем. Сделали последнюю галочку, пропускаем снизу 2 петельки, в третью петлю делаем столбик с накидом. Воздушная петля и столбик с накидом сюда же. Вот так вот чередуем до самого-самого конца ряда. Я довязала по кругу и практически дошла до самого конца ряда. Смотрите, так как раппорт узора вот этих галочек составляет 6 петель, а у меня число изначальное столбиков не делилось на 6, возможно, как и у вас, я думаю, то здесь нам нужно специально, скажем, сделать красивый переход завершения ряда для того, чтобы дальше провязывать вот этот красивый узорчик ажура. Смотрите, у меня осталось вместо 2 столбиков снизу 3. Я этот момент пропущу, то есть ничего страшного, я просто сразу же замкну вязание в круг и начну вязать дальше. Возможно, у вас здесь осталось 4 столбика, тогда вы где-то здесь пропустите вместо 2 1 столбик и сделайте еще один полноценный раппорт. То есть нам самое главное связать вот этот первый ряд. Я сейчас замыкаю круг в третью воздушную петлю подъема, то есть над первым столбиком этого ряда. Делаю соединительный столбик и все, как бы замкнула вязание в круг, продолжаю вязать дальше. Благодаря тому, что я делала переход столбиков более, скажем так, за пределы изгиба вот этого пополам деленного, то у меня получается переход из ряда в ряд начинается вот здесь с этой стороны. То есть я вам скажу, у меня будет здесь вот так вот отворотик, ну то есть изгиб наш ажурный, и застежка будет с этой стороны. Поэтому когда мы сделаем застежку, у нас отворотик будет вот так вот опускаться, и с внутренней стороны останется вот этот переход. Вот я вам советую точно так же сделать переход из ряда в ряд вот где-то здесь с внутренней стороны, то есть как бы за пределами конца ряда, то есть вот здесь вот где-то. Точно так же, возможно, вы хотите довяжите, допустим, неполный ряд, к примеру, и сделать застежку, тогда можно будет с этой стороны. Абсолютно, скажем так, ничего страшного, где вы определитесь, там и определитесь сделать застежку. Ну вот, к примеру, я возьму, допустим, какую-то вот сейчас брошечку, чтобы вам показать. Вот она ваша застежка, делаете изгиб. Когда делаете изгиб, то с внутренней стороны у вас останется вот этот переход из ряда в ряд. С внешней стороны останется лишь красивое ваше ажурное вязание. Вот, вот этого, скажем так, эффекта я и добивалась. Соединив ряд, мы теперь должны перейти под вот эти воздушные петельки между столбиками. Первый, второй, третий, четвертый. Вот они, наши воздушные петельки. И я перехожу просто соединительным столбиком под воздушную петлю. Первую, ближайшую ко мне. Теперь поднимаюсь на 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Делаю накид. И сюда же под воздушную петлю довязываю еще 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй. В общей сумме у меня получилось в галочку под воздушную петлю предыдущего ряда провязано 3 столбика с накидом. Вот теперь под каждую воздушную петлю я буду вязать по 3 столбика с накидом. Никаких переходов воздушных петель здесь у нас не будет. У нас просто будет по 3 столбика под каждую воздушную петлю. И у нас будет прямое вязание по кругу. То есть смотрите, у нас было
столбик, воздушная петля столбик, это то есть 3 петли. Точно так же из 3 петель мы вывязываем 3 столбика. Снова 3 петли, следующие, и снова 3 столбика из них. И у нас и будет так идти вот такое вот прямое вязание. Ничего у нас не должно идти ни на расширение, ни на сужение. Вообще ничего. То есть у нас идет прямое такое же вязание, только не такое плотное, а ажурное, посмотрите в дырочку. Как и шло изначально вот здесь вот, где столбики без накида. Возможно, из-за плотности вязания у вас немножечко, скажем так, расширится, сузится, но абсолютно ничего страшного. В принципе, у нас должно быть прямое практически вязание. Если у вас сильно идет веером, то возьмите крючок потоньше. Если у вас идет на сужение, возьмите, соответственно, крючок потолще. Ну, в принципе, я крючок, как вы видите, не меняла. Я вяжу все одним крючком. Возможно, где-то я, скажем так, отвлекалась от вязания, и у меня плотность немножечко, скажем так, скачет. Вот. Но для вязания, в принципе, такого аксессуарчика, самого простого, то, я думаю, это не будет видно. Связали первые 3 столбика с накидом. Далее делаем накид и переходим под следующую воздушную петлю между столбиками. И вяжем снова 3 столбика с накидом под эту воздушную петлю. Снова делаем накид и переходим под следующую воздушную петлю. Под нее также вяжем 3 столбика с одним накидом. Это и есть наш второй ряд раппорта узора. Вот эти два ряда и будут чередоваться на протяжении вывязывания всей высоты. Третью воздушную петлю подъема мы всегда будем делать соединение вязания нашего в круг. И дальше я вам покажу, как я буду начинать снова вывязывать вот этот первый ряд, как бы уже по счету в третьем ряду ажурчика. Связав под каждую воздушную петлю по 3 столбика, мы дошли до первой нашей вот здесь вот, скажем, воздушной петли, куда вязали 3 столбика с накидом. Теперь в третью петлю подъема делаем соединительный столбик и замыкаем вязание наше в круг. Связали 2 ряда, и теперь нам нужно связать, повторить вот этот первый ряд. Мы точно так же будем продолжать вязать по 2 столбика, между которыми воздушные петельки. Но вместо того, чтобы пропускать вот здесь вот 2 петли, как мы делали в первом ряду, то мы просто будем вязать средние центральные петельки наших 3 столбиков. Вот он, первый столбик, второй и третий. Мы делаем переход ко второму столбику соединительной петлей. Затем делаем 3 воздушные петли подъема, наш столбик с накидом. Далее воздушная петля промежуточная, накид. И в эту же петелечку центральную делаем 2 столбик с накидом. Вот она получилась, наша первая галочка. Далее, не делая никаких воздушных петелек промежуточных, мы просто идем к центральному столбику из следующей троицы столбиков. И делаем сюда столбик с накидом. Воздушная петля и 2 столбик с накидом сюда же. Вот она у нас, вторая галочка. Снова делаем накид и переходим к центральному столбику. Вот здесь вот, в следующей нашей троице столбиков. И делаем в центр столбик, воздушная петля и 2 столбик сюда же. Вот так вот. В конце ряда, довязав наши арочки и с воздушными петельками между столбиками, дойдя вот сюда до последней 3 столбиков, до последних центральной вот здесь вот петельки, делаем последний наш вот такой вот орнамент галочка и в третью петлю подъема соединительный столбик. В следующем ряду снова переходим под воздушную петлю и делаем по 3 столбика с накидом. В следующем ряду снова точно так же делаем центральный столбик из 3 столбиков с накидом предыдущего ряда вот такую галочку. То есть мы повторяем нужное количество раз вот эти всего лишь 2 изначальных ряда. Мы с вами начали третий, вяжем его точно так же, как первый. Четвертый, как второй. То есть все четные, как второй. Все нечетные ряды, как первый. Но при этом центральную, вот здесь вот петельку над 3 столбиками. Вместо того, чтобы пропускать по 2 петельки. В принципе, мы здесь точно так же 2 петельки пропускаем. Смотрите, последний столбик, здесь первый столбик. Вот они вам 2 петельки. Снова последний столбик, первый столбик. Вот они 2 петельки. И все. Точно так же продолжаем вязать до самого конца ряда галочки. Затем по 3 столбика с накидом под каждую воздушную петлю между галочками. Связала я 3 раппорта узора в высоту. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой ряды.
Теперь мне остается вот так вот загнуть и посмотреть, сколько еще раппортов узора мне следует провязать. Я думаю, что если я провяжу еще 2 ряда, то есть получается 7 и 8 ряд, мне будет более чем достаточно. Вот в этих двух последних рядах я буду делать именно петельку для нашей пуговички. То есть сейчас вам нужно определиться с пуговичкой, которую вы будете сюда прикреплять, и уже исходя из этого мы будем делать диаметр петельки. Так как я хочу, чтобы у меня вот такая вот красивая пуговица-брошка была на застежке, то я буду, исходя из нее, делать диаметр. Желательно вам находиться в нечетном ряду. Это у меня сейчас по счету будет 7 ряд. Соответственно, нам нужно находиться в том ряду, где вот такие вот галочки. Конечно, можно же делать и там, где вот такие столбики в наши, скажем, галочки. Но, честно говоря, уже исходя из этого, возможно, возникнут какие-то сложности. Сейчас я вот так вот отогнула и смотрю по количеству наших галочек, сколько их у меня находится. Итак, я вот считаю от первой галочки до последней. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пока остановлюсь. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. То есть вот это мой центральный, вот здесь вот центральная моя галочка, центральный веерочек, и вот центр, вот эта петелька. То есть если вы отсчитаете в одну сторону и во вторую сторону, то у вас получится вот этот центр. Сюда я беру, снова отмечаю маркером. Я сняла ту же ниточку, которая отмечала начало ряда. И переношу ее вот сюда. Хотите, можете повесить маркер либо булавочку. Вот, исходя из этого, провязывая вот этот ряд, я здесь буду делать петельку для своей пуговички. Обратите внимание, что внутренняя сторона, вот соединение ряда у меня находится внутри. Это у нас внешняя сторона. Я пока убираю пуговичку и нахожу начало ряда. Вот она у меня. Снова подтягиваю свою петельку, нахожу центр и перехожу сюда соединительным столбиком. Теперь в центре я начинаю делать снова ряд с нашими галочками, чередуя столбик, воздушная петля, столбик через каждые 2 петли. Вот, и дойдя вот сюда до внешней стороны, до нашей отметочки, куда я буду делать вот такую галочку, я буду делать уже петельку. Если у вас, возможно, центр оказался между вот такими вот двумя галочками, то есть между веерочками, к примеру, вот здесь. Если вы посмотрели, у вас центр оказался не в галочке, а между галочками, то, соответственно, вы будете делать уже между галочками петельку и уже будете смотреть, как вам проще ее и лучше оформить. Довязала я галочками до вот этой нашей центральной отмеченной петельки. Теперь я точно так же в эту центральную петельку должна связать галочку, но галочка у меня будет побольше воздушных петелек, поэтому я вначале вяжу столбик с накидом, затем набираю воздушные петельки. Ну, пока я наберу, к примеру, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И попробую сделать сюда же, в эту же петельку, столбик с накидом. Вот так. То есть вместо одной петельки я связала 15. И далее я беру свою пуговичку, можно так сказать, и меряю. Если мне слишком много, вот мне кажется, что можно сделать на пару петелек меньше, я, пожалуй, сделаю на 3 петельки меньше, то есть 12. При этом у меня будет слегка с натяжкой одеваться, сниматься вот так вот моя пуговичка условная или брошечка, что у вас там. Вот, поэтому 15 мне многовато, я оставлю из 15 12. Итак, 1, 2, 3 я прираспускаю. Вяжу второй столбик сюда же. То есть получается, что вместо одной воздушной петельки промежуточной я связала 12. Вот так. То есть я делала галочку, здесь делала по одной воздушной петельке, здесь делала 12. Дальше я беру, подтягиваю после второго столбика вот так вот петельку.
И уже со следующего центра я продолжаю вязать такие же галочки. Столбик, воздушная петля и второй столбик сюда же. Снова столбик, воздушная петля и второй столбик сюда же. То есть я как бы получается заканчиваю до конца ряда точно так же, как и начала. Вот такими нашими галочками. Буду идти галочками до тех пор, пока не дойду до конца этого ряда. То есть мы сделали вот такую петельку. Я пока привытаскиваю маркер, он мне не нужен. Вот, и у меня получилась вот такая заготовочка для дальнейшей петельки. И если мы вот так вот сделаем отворот по началу наших ажурчиков, ну, пока еще все это, конечно же, полуфабрикат, то вот так вот у нас должна быть петелька по центру. Если у вас петля должна быть между вот этими нашими галочками, то, соответственно, делая столбик вот здесь вот второй, вы не делаете никаких столбиков в следующую, а сначала воздушные петли и лишь столбик в следующую вот здесь вот петелечку. Можете сделать, если между столбиками, то как пико. К примеру, у вас большая такая же пуговица, как у меня, то вы делаете пико из 12 воздушных петель или там, к примеру, из 10 или из 5, если у вас пуговичка поменьше. И возвращаясь в эту петельку, то есть делаете как бы такую вот петелечку. Вот, вот так у вас будет выглядеть, как петелька пико. Но так как у меня здесь идет галочка, то я сделаю вот такую петельку пошире. И, в общем, завершаем до конца этот ряд. Довязала я наши галочки до конца ряда, и сейчас я нахожусь на внутренней стороне. Я хочу внутреннюю сторону провязать, просто зафиксировать, чтобы она не растягивалась в дальнейшем, просто столбиками без накида. Внешнюю сторону, там где у нас находится петелька, я буду оформлять красивыми веерочками. Поэтому предлагаю вам сейчас провязать с этой стороны по столбику без накида. Как я это буду делать? Делаем одну воздушную петлю подъема и затем под воздушную петлю я начинаю вязать столбики без накида. Далее над столбиком я вяжу снова столбик без накида. Вот между столбиками я вяжу столбик без накида. Под воздушную петлю столбик без накида. Снова над столбиком столбик, между столбиками столбик. И под воздушную петлю также столбик. Вот такими самыми обычными столбиками без накида я буду обвязывать, пока у меня не закончится эта сторона. Разверну на следующую сторону, на внешнюю. Я вам покажу, как я буду вязать дальше. Вот я провязала столбиками без накида и поворачиваю на внешнюю сторону. Сейчас от внешней нашей центральной петельки нам нужно отсчитать по обеим сторонам, поскольку же наших галочек осталось. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. По 10. У меня галочек осталось по сторонам. Возможно, у вас по своему количеству осталось по сторонам. Но самое главное, что я сейчас буду чередовать, делая в воздушную петельку то веерочек, то столбик без накида, то веерочек, то столбик без накида, веерок, столбик без накида, веерок, столбик без накида, веерок, столбик без накида. То есть мне нужно сюда от нашей вот здесь вот внутренней стороны дойти обвязыванием столбиками без накида. То есть я не дообвязывала еще буквально несколько столбиков. Сейчас я дойду до нашей первой вот здесь вот галочки. Под воздушную петлю я делаю просто столбик без накида. А далее, по идее, в следующую петлю мне нужно будет делать арочку. Как я это делаю? Смотрите, сделав столбик без накида, делаю накид и под арочку вяжу 5 столбиков с накидом. Первый столбик, затем сюда же второй столбик, сюда же третий столбик, сюда же четвертый и сюда же пятый. Далее присоединяюсь таким же столбиком без накида, как я сделала здесь под воздушную петлю, только уже с другой стороны. Делаю столбик без накида. Далее пропускаю эту галочку, в которую сделала столбик без накида, под следующую делаю снова 5 воздушных петель. 5 столбиков с накидом, простите. 2, 3, 4 и 5.
Снова под следующую галочку присоединяю столбиком без накида. Снова под следующую делаю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И под следующую галочку делаю столбик без накида. Снова делаю веерочек, столбик без накида и веерочек перед вот этой петелькой. И у нас получаются вот такие красивые обвязанные оформленные края. Почему я не делала этого с внутренней стороны? Потому что при том, как мы будем делать вот такой вот изгиб во внутреннюю сторону, у нас будут топорщиться на заднем плане, скажем так, такие же веерочки, только в хаотичном порядке. Мне этого не нужно, поэтому я сделала внутреннюю сторону красивую гладкую, а внешнюю сторону я буду оформлять вот такими веерками. Сделали столбик без накида, присоединились. Далее делаем накид и под следующую галочку делаем веерочек из 5 столбиков с накидом. Третий столбик, четвертый и пятый. Далее под следующую вот здесь вот галочку делаем под воздушную петельку столбик без накида. Далее снова накид и перед петелькой в галочку делаем 5 столбиков с накидом. Сделали 5 столбиков, и так как нам некуда сюда присоединиться, то мы присоединяемся столбиком без накида прямо под вот эти воздушные петельки, прямо под нашу петлю для пуговички. Столбиком без накида. И далее мы должны будем обвязать вот эту образовавшуюся петельку. А я свяжу, к примеру, 10 столбиков без накида и посмотрю, достаточно ли мне будет. Первый я уже сделала, далее второй, третий, четвертый, пятый столбик, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. Далее что я делаю? Я сразу же делаю накид, не дообвязывав, и под вот эту первую воздушную петельку, галочку нашу, делаю снова 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Под следующую галочку присоединяюсь столбиком без накида. То есть, как я это делала с другой стороны. И смотрю, что у меня получилось. У меня получилась обвязанная вот такая петелька. По обеим стороны от нее у нас веерочки. И как бы получилась такая вот даже, я бы сказала, подготовленная красивая петля для нашей пуговички. Вот так. Теперь проверяем, вмещается ли у меня пуговичка. Отлично вмещается, все хорошо. Мне этой петельки достаточно. Я больше ничего здесь менять не буду. Я обвязала, получается, веерочком. Затем 10 столбиков сделала без накида. И с другой стороны веерочек. Вот так у меня будет петелька для моего украшения. С другой стороны я точно так же сейчас прочередую. Сделала столбик. Далее сделаю веерочек. Столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек. И закончу столбиком вот под эту воздушную петлю. Как и начинала по краям. У меня столбики. И дальше до конца ряда я просто довяжу здесь столбиками без накида, как делала это вот с этой внутренней стороны. То есть сейчас я беру, подтягивая вот эту крайнюю петельку нашу рабочую, уже сделала под эту галочку столбик без накида, значит под следующую делаю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Под следующую воздушную петлю, галочку, делаю просто столбик без накида. Вот так я еще должна буду сделать. Вот они наши веерочки в зеркальном отображении. Теперь мы сделали вот этот веерочек. И еще 3 веерочка нам нужно будет доделать до конца обвязывания нашей внешней стороны. Сделали под крайнюю петельку соединения. И далее вот эти наши 2 галочки оставшиеся довязываем столбиками без накида. То есть здесь вот у нас петельки под воздушную петлю между галочками. В общем, точно так же довязываем столбиками без накида. И вот здесь вот у нас была петля подъема. Мы ее пропускаем и делаем петельку соединительную вот в эту первую петлю над первым столбиком. То есть петлю соединения для завершения провязывания этого ряда.
Сделав в конце ряда соединительный столбик или соединительную петельку, мы привытаскиваем петлю, отрезаем и прячем, хорошо фиксируя вот здесь вот с внутренней стороны. Хотите, можете завязать узелочек, но это уже в принципе на ваше усмотрение. В общем, нам остается спрятать краешек ниточки. Далее мы берем, отпариваем хорошо наше изделие. Соответственно, смотрите на этикеточку, которая у вас на пряже. То есть, что можно с ней делать, с этой пряжей и изделиями из нее. Если нельзя отпаривать, то, соответственно, вам придется постирать просто. И теперь берем, хорошо складываем наше изделие. Опять же таки, если будете отпаривать, то в таком же состоянии и отпарьте в загнутом, чтобы у вас все было аккуратненько и красивенько. Как вы видите, задняя сторона у нас внутренняя, просто связанная столбиками без накида, красиво легла под нашу, скажем так, ажурную часть внешнюю. Вот. Нам остается лишь только на уровне петельки хорошо пришить нашу пуговичку либо украшение. И, в принципе, все. Наше изделие готово. Нам остается лишь только что-то туда положить, либо запечатать красивую подарочную упаковку и сделать вот такой приятный сюрприз любой женщине. Я надеюсь, что вам было интересно и понятно со мной вязать. Конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!